Танечка, договоритесь. Значит, Воронец не посмотрит. Ну нет, нет, это невозможно, я же поеду. Потому что деньги меня. Пена Воронец. Конечно. Пена Воронец, 35-40 de aici ea. Înainte de a pleca de aici, de la mănăstirea Macovița, cântăm toți, toți cântăm și așa îmi vine câteodată. Так, да, ровно 5 минут. И мульсумим, мульсумим, Луи Тимоша. 5 минут, да? Да. По полторы минуты на песню. Я буду петь коротко, но ёмко. Посвящается тосту за музыку. Этой песни нет на диске, поэтому есть смысл слушать. Боже, как это отчетливо видно, то, что музыке нашей угодно. Чтобы музы к нам приходили лишь женского рода. Это лишь кажется, брат, что женщины тянут из нас жилы. Я убежден, эта натянутость необходима. Любые колкости — это колки. Без них душевная струнка не прозвучит, и это отчетливо видно, это отчетливо слышно. Камера регистрируется. Раны любые лишь барабаны, бьющие в ритме ударов судьбы. Чтобы с трубы вырвалось пение, нужно создать давление. Если мы с головой, мы поймем, что любой инструмент духовой не столько для слуха, сколько для духа. И это отчетливо видно, это отчетливо слышно. То, что музыки наши годны, чтобы музыка к нам приходила. Лишь женского рода. Я înțeleg că asta a fost un cântec metatextual. Muzică despre muzică. Da. Despre muză. Muza care este de genul feminin. Muză. Genul feminin. Numai da, da, feminin. Dar invitația a fost așa de discretă. Теперь песня, которую мы часто... Которую мы часто закачиваем в концертах. Если болит и не отпускает, вызов врача реально поможет. Правильный доктор не просто рецепты выпишет, но и произнесет. Вам нужен уход, больному нужен уход. Больному нужен уход, нужен уход, чтобы лечить. Важно причину установить и разобраться. Это быть могут злоупотребления, вредный характер, дурные привычки. Нужен уход, от них нам нужен уход. Прощавшись без сожаления с тем, что по жизни очень мешало, без промедления двигайтесь дальше, чтобы помочь другим заболевшим. Нужен уход, им тоже нужен уход. Татьяна.
Я думаю, мы не успеваем уже. Нет, это Танечка, на следующую встречу. Петро Мендой дар специально. Нет, Танечка. Это останется интригой. Нет, Танечка, ну пожалуйста. Нет, капелла, Танечка. Чуть позже, ей надо отдохнуть. Чего? Чего? Уже пора ехать. Да, если мы хотим успеть. Окей. Ну хорошо. Ну за ваше здоровье, ребята. Дай вам ваше здоровье. Ну поскольку там книга Чехова, пьес, то я еще должен, конечно, да. Про пьесы Чехова. Но это в следующий раз. Да. Афината очень вкусная. Кофе нормальный, мне понравился. И Машка, дай у Афината.